Всем привет! Делаем чип-тюнинг автомобиля Kia Carnival 2.5 бензин. Стоит блок вот такой, Bosch Matronic ME792. Сейчас будем его разбирать, выпаивать флеш, заливать через программатор, делать Евро 2 и тюнинг. Вот, пожалуйста, наш блок и наша флеш 400 29F400BB AMD. Давайте теперь будем выпаивать нашу флеш. Значит, здесь первая ножка, вот она, ямка сделана на первой ножке. Мы ее опять можем для себя. Обычно я так фотографирую, но для себя можно просто фломастером взять, померить, что вот это первая нога. Берем фен и постепенно разогреваем поверхность. Флеш приклеена, так что смотрите очень аккуратно, чтобы не сломать флеш. Подсовываем зонт и немножко тянем вверх, потихонечку, помаленечку. Вот, пожалуйста, готово. Лучше сразу весь вот эти клеевые пятна лучше просто отсюда убрать потихонечку. Они пока теплые, не убираются хорошо. Аккуратненько, не задевая дорожек. Просто по поверхности. Флеш потом сядет на брюхо очень легко. Вот еще здесь две остались. Также потихонечку раз. И все спокойно отдирается. Ничего не нарушая. Все. Собственно, вот клеевые пятна мы все отодрали. И теперь нам нужно подготовить для пайки рабочую поверхность. Смазываем флюсом. Можно это сделать паяльником, а можно сделать, собственно говоря, и феном. Просто погреть, и капельки сами растекаются. А так можно сделать паяльничком. Просто выравниваем. Вот таким вот образом. Вот у нас получилась такая поверхность, подготовленная для пайки уже. Опять наносим на нее флюс. И оставляем. Флеш обязательно чистим до блеска. Все контакты обязательно чистить до блеска, чтобы было правильное считывание и запись. Прямо тщательно каждую ножку чистим. Вот на обратной стороне флеш тоже вот эти пятна от клея остались. Но вот ножичками их тоже срезать, чтобы она хорошо села у нас. Достаем наш супер программатор автопрок на все случаи жизни. Подключаем его к разъему. Даем ему питание. И запускаем. Такую Kia Carnival я уже делал. Вот она у меня здесь. Вот софт у нас 36 78 33.
Так, значит, вот и смотрим, здесь у нас 67 833. Так, ну вот давайте откроем и в поисковике заявим 1037. Стандартные идентификаторы Bosch. Вот, пожалуйста, 67 833. В точности как на нашей флешке. Открываем наш автопрок, выбираем все микросхемы, записываем 29F400BB. У нас идет микросхема, это микросхема фирмы AMD. Вот, пожалуйста, мы открыли эту микросхему. И давайте сейчас сделаем следующее. Мы откроем оригинальный файл, ну, который я делал до этого, Kia Carnival. Мы сейчас его откроем и посмотрим контрольную сумму. Вот, Ori. Смотрим контрольную сумму. Контрольная сумма B6D2. Она нам будет нужна для того, чтобы проверить правильное считывание нашей микросхемы. После этого мы выбираем файл, окей, и нажимаем чтение. Вот, пожалуйста, контрольная сумма у нас B6D2. Это свидетельствует о том, что микросхема прочитана правильно. Сохраняем ее. Пусть будет new file, никак не будем ее называть, потому что у нас, в принципе, этот сток уже есть. Теперь нужно ее стереть, эту микросхему. Значит, нажимаем стереть. Стирание завершено. Проверяем на чистоту после стирания. Все, ошибок нет, количество несовпадений 0. Теперь открываем модифицированный файл. Вот он у нас находится, Евро 2. Нажимаем ОК. Смотрим контрольную сумму вот этого файла. 1743. Контрольная сумма файла. И потом после записи мы проверим контрольную сумму микросхемы. Нажимаем «Записать». Окей, запись готова. Теперь нам нужно нажать вот эту кнопочку и проверить контрольную сумму микросхемы самой. Также можно проверить правильность считывания микросхемы и сравнить файл с микросхемой. Все, файл с микросхемой сравнен. Количество несовпадений 0. Это свидетельствует о том, что запись прошла успешно. То есть файл и сама микросхема переписались один в один. Теперь достаем нашу микросхему из постельки. Вот она. Запрограммированная уже. И будем сейчас припаивать. Под блок подкладываем, ну, вот кусочек такой вот, чтобы выровнять его. И кладем нашу микросхему. Первая ножка у нас вот отмечена. Значит, мы ее кладем именно вот так. Микросхему мы положили. И теперь разогреваем, чтобы ее запаять. Первая ножка у нас вот здесь.
Температура 400 градусов. И когда разогрелась микросхема, мы ее чуть прижимаем, чтобы она села. Придерживаем. Немножечко даем остыть. Все, пайка закончена. Также отмоем ее от флюса. Вот обычной зубной щеточкой. И затем ваткой. Все, наша флеш почищена и запаянная. Можно закрывать блок. Берем нашу железяку, вставляем сюда блок. Дальше к разъему. Вот так ставится. Все готово. Делали тюнинг и Евро 2 на Kia Carnival 2,5 литра бензиновый мотор. Работа выполнена.